Всем привет, меня зовут Сергей Шведов, я главный редактор сайта LegalBet.ru. Вот мой профиль, видите, здесь даже это вы, так что это я. Мы здесь собрались с вами для того, чтобы подвести итоги конкурса на матч «Спартак-Зенит», который 3 апреля прошел в Кубке России и закончился со счетом 1-2. «Зенит» победил. И именно этот счет, а также автора первого гола, нужно было угадать участникам конкурса, чтобы забрать главный приз. Главный приз — это футболки как раз этих клубов по выбору участников. Таких у нас победителей оказалось сразу трое. Вот, например, я помню здесь в конце. Сейчас я вам покажу. Вот Олег Кравчук, видите, 1-2 у Гальды. Поздравляем Олега и еще двух таких же прозорливых прогнозистов. Они получат футболки, с ними свяжутся наши менеджеры, и все будет в порядке. Будем надеяться, что все будет доставлено. Однако у нас по условиям конкурса есть еще призы. Они полагаются 20 участникам, которые угадали либо точный счет, либо автора первого гола, которым, еще раз скажем, стал Угальде. На 12-й минуте, если я не ошибаюсь, он это сделал. Таких у нас много. Наши ребята все посчитали. Вот в этом документе вы видите список из 51 человека. Соответственно, среди этих 50 и еще одного мы должны разыграть 20 подписок на спортивное телевидение. Ну, знаете, там матч футбол и так далее. А как мы это будем делать? С помощью рандомайзера Random.org. Это один из множества сервисов в сети, которые позволяют рандомизировать любой список. Давайте я вам немножко покажу, как это выглядит. Поставлю, скажем, просто буквы, да, вот А, Б, Г, Д, Е. Ну ладно, давайте букву В тоже не будем забывать. И если нажать на Randomize, то сервис в абсолютно случайном порядке эти наши алфавитики расставит. Вот так это выглядит. Видите, Г, Е, Б, А, Д, В. Ну, в общем, абсолютно случайно. Как будем действовать мы? Мы возьмем наш список, 51 победитель, выделяем, копируем, вставляем. И те участники, которые, естественно, случайным образом попадут в топ-20, да, сервис выставит их от 1 до 51. Вот топ-20 – это наши 20 победителей. Ну, вот такие условия, простейший рандомайзер, вот такая механика. Как видите, я вот вбил всех претендентов. Машка, Рома, 1990, последний. Всем пожелаем удачи. Нажимаем кнопку «Рандомайз» и смотрим, кто же стал победителем. Так, вперед. Вот первым Ефим. 20-м Рахметовмо. Рахметовмо. Надеюсь, я не ошибся при произношении. Давайте вставим в эту таблицу. Лепстер. Хорошее название. МСКВ-93. Ну и все остальные. Полный список обязательно будет есть в специальном посте в Дейли, касательном итогов конкурса. Мы поздравляем счастливчиков. Наши менеджеры свяжутся с вами по поводу подписки. Пожалуйста, отвечайте, проверяйте почты и тому подобное, личные сообщения на сайте, и получайте свои призы. Всем остальным претендентам, ну, не повезло, рандомайзер выбрал вот такой порядок. Надеюсь, что вам повезет в наших следующих конкурсах, которые обязательно будут. Не отчаивайтесь, мы благодарим вас за участие и надеемся, что вы еще вернетесь к нам не только с конкурсами участвовать, но и почитать интересный контент в Daily или в наших блогах, ну и вообще заинтересуетесь тем, что мы делаем. В общем, спасибо вам за внимание. Это был главный редактор сайта LegalBet Сергей Шведов. Удачи вам в будущем и не забывайте, что LegalBet — это место, где начинаются ставки на спорт.